Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом... Вообще-то без модов, да, что-то я забыл как-то. Мы продолжаем играть в обычный Майнкрафт. В принципе, я нашел деревню, дорогие друзья. Вы даже не представляете, сколько я времени потратил, чтобы найти эту деревню. Я, честное слово, я не знаю, сколько я ее искал, я не знаю... Вот, смотри, по дороге я уже 9 уровень себе набил с коровок, с этих всех, вот, сколько еды. Кстати, я арбузы нашел, когда пробегал мимо джунглей. А чё, как бы арбузы только сейчас добавили, что они есть в джунглях, или они всегда там были? Я не знаю. Хрен его знает. Кстати, я только сейчас пришел от зубного врача. Еще наркоз пришел. У меня, короче, пол щеки левой висит, рот не закрывается. Так что, если я чуть-чуть буду непонятно говорить, не обращайте внимания, то мне, если честно, вообще трудно рот открыть. Ну, в принципе, так, уголек, он у нас есть, сейчас мы пожарим что-то, так, что у нас тут есть, ну, небольшой такой ассортимент, что можно взять, и вот что я решил, ну, в принципе, я нашел уже, да, деревню, если так посмотреть, что можно, я сразу, да, говорил, что как бы, вокруг деревни я буду строить такой... замок, то бишь, если у нас тут деревня, и всю эту деревню окружает вот новый лес. Сейчас как раз я пойду себе срублю одно деревце, посмотрим, как оно называется. Так, звук, чуть-чуть звука добавим, да, вот так. Так, как оно называется? Dark Walk Wood. Так. Ну, в принципе, что-то на ель похожее, ну, немножко темнее. И, вообще-то, вот этот лес окружает всю эту деревню. Тут небольшое озерко такое. Там большие горы. И тут везде равнина. То бишь, я, наверное, действительно, все-таки я тут буду строить вокруг этого поселка. Деревни и замок. Сейчас я, может, как раз себе размечу, что и как лучше где строить. Так, нет, сначала покушаю, там уже приготовилось. Только я вот не знаю, где себе дом построить. В принципе, думаю, хватит. Так. Все, отлично. Так, сейчас я посмотрю, что и как будет. Я только приблизительно посмотрю. Если вот так, например, отсюда взять. Например, вот тут будет стена начинаться. Где-то вот так. Как бы по этой линии. Фиг его знает. Я, если честно, еще даже не знаю. Я вот просто так планирую. Вот. Ну, где-то вот в этой линии будет так стена идти. И сейчас я посчитаю. Давайте тогда будет вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. То бишь тут 30 у нас. А деревня еще не закончилась. А, ну давайте дальше тогда. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Тут у нас 40. Ну, давайте дальше. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Тут у нас 50. Все-таки я думаю, 60 где-то нужен. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Вот да, как раз 60 блоков, ни хрена себе. Да, где-то вот так получается. А в длину я пока что не буду делать. Пока что пускай будет так. Ни хрена себе, как же мне трудно разговаривать, честное слово. Рот не закрывается, просто еще от обезболивающего. Еще и насморк, твою мать.
Так что, еще раз, дорогие друзья, повторю, если я так посмотрел в первом видео, то я думаю, более-менее набралось такое нормальное количество людей, которые не против, чтобы я снимал и вот этот сезон тоже, то бишь с обычным Майнкрафтом, без модов. И я еще раз повторюсь, выход серии этого сезона никак не будут влиять на выходы серии сезона с модом Пиксельмон. То бишь, еще раз скажу, этот сезон более такой, знаете, как бы более строительский, более мы будем строить как бы всякие поселки, всякие замки и дома и что-то такое, будем строить автоматические фабрики, и как бы будем исследовать весь Майнкрафт, что можно в нем делать, как бы я, если честно, еще даже не знаю, вот это все зелеварение, вот эти все крепости в аду, прикиньте, я еще даже там ни разу не был, и вот всякие такие, как говорят, штуки Майнкрафта, которые не изучаются, например, с модами, а как бы в обычном Майнкрафте все нужно изучить, и как бы конечная цель все-таки будет, да, убить главного босса, ну, то бишь дракона края, но тем временем мы будем развиваться, строить фермы, поселки, деревни, замки, вот что-то так, вот такое, да. Так что сейчас все-таки нужно выбрать себе место, где можно поселиться, то бишь как это сказать, ну, то бишь место, чтобы сделать себе дом, да, вот фиг знает, где я его могу сделать, чтобы ну сейчас что-то я придумаю. Давайте сначала я покушаю. И побежим сюда. Вот я не знаю, может вот в горе дом такой небольшой сделать. Тут уже как раз вот такие как бы дырочки есть, да, с шахтами, что-то такое. Вот, например, вот тут такой вход себе сделать. Хотя это будет очень далеко от нашей деревни. Очень далеко. Это как-то будет не в прикол, если честно. Каждый раз бегать туда-сюда и... Ну, давайте сейчас пробежимся туда, хотя все же лучше поспать. Я уже себе кроватку сделал. Монстров рядом нету? Нету, отлично. Итак. Отлично, так, сколько тут лошадок? Ну, пока что они мне, в принципе, не нужны. Потом, может, будет... Можно будет сделать и конюшню, например. Ну, что-то такое. Так, вот трава эта вся немножко бесит, так как... Столько ее тут, что хрен иногда рассмотришь, что там дальше. Я не знаю, где себе дом можно сделать. Я не хочу какой-то строить банальный дом из дерева или что-то такое. Я хочу как бы или под землей, или в воздухе, или наоборот, в горе. Вот там будет очень далеко от нашего поселка. Я думаю, что будет очень далеко. Если вот, например, вот те горы, что там есть, ну, они еще как бы не прогрузились. Вот там они грузятся потихоньку. Тут, во, эти горы. То это будет тоже очень далеко. Я, честное слово, я фиг знает, где можно вот этот дом построить. Где-то в... Ну, давайте, короче. Я сейчас заберусь немножко повыше. Вообще, как бы, посмотрим, что там и как. Вот эти дерева толстые, новые. Везде, короче, грибы. Ну вот, например, если строить вот тут дом, да, например, вот тут вход, такой красивенький. Сейчас я подумаю. Фиг его знает. Ну тут, например, вот это вычистить. А тут сделать такой навесной мост. Сейчас я посмотрю, куда он будет вести.
если он, вот, например, будет сюда идти, как бы тут будет такая небольшая дорожка, да? И тут мы, например, будем спускаться вниз. И вот там наши деревни. Я не думаю, что это будет очень далеко от нашего дома. Пробежаться по мосту, спуститься по лестнице и вот тут наша деревня. Я тут, наверное, вырою вот это все, заполню водой. И тут сделаю такой небольшой, как бы, порт. Будут у нас тут лодочки. Мы будем переплывать вот туда. И там у нас как раз небольшое озерко. Можно его будет немножко углубить на 1-2 блока. И как бы тоже вот там порт будет в деревню, и так будем каждый раз. Это, конечно, будет долго, но можем вот тут, например, вот такую обходную дорогу между лесом и этим сделать. Да, я думаю, да. Это будет прикольно. То, что чуть-чуть действительно вот дом немножко далеко будет. Сейчас я еще раз заберусь туда. Так. Так, где то место? Вот она. Вот она тут. Вот оно тут. Лопаты у меня нет, конечно. Пофиг. Да твою ж, иди. Да, вот сюда. Да. Сейчас я немножко повыше заберусь. Наша деревня тут, а наш дом будет тут. Не знаю. Я не хочу строить дом в деревне, так как это будет, ну не знаю. Не хочу, хочу как бы возле деревни построить дом. Но это, мне кажется, будет слишком далеко. Можно или тут, или, например, вот там. Или тут. Или там. Давайте, короче, строим тут, не буду я париться. Немножко, да, будет далеко от деревни, но пару пробежаться от дома к деревне, это наоборот будет полезно, да, пробежаться немножко. Нужно себе лопату сделать, а то каждый раз вот землю копать. Так, я еще раз повторюсь, я все буду, наверное, строить все на съемку. Ну, конечно, если мне, например, там будет добыть, нужно будет добыть там пару стаков камня, например, то я, конечно, это же не буду снимать, я без съемки просто пойду там, добуду себе хотя бы даже 10 стаков камня или больше, смотря сколько мне будет нужно. И просто-напросто без съемки это буду делать, да. И строить я тоже, ну не всегда, конечно же, буду на съемку, иногда без съемки. Так, вот тут у нас будет такой вход в наш дом. Вот это дерево будет, нужно будет срубить вот. Так. И тут мы вот так заделаем. Да, вот так. Вот такой у нас будет дом. Как бы вход в дом. И тут уже можно начать копать. Тут можно будет окошко сделать небольшое. Вот так. Наконец-то сломали вот ту кирку. Вот такое окошечко будет. Дом будет в горе, я думаю, это будет прикольно. Вот так вот. Чтобы хотя бы немножко дневного света попадало в дом. И нет, это пока пускай будет вот тут. Да, пускай будет вот так. Я пока что не буду строить большой дом, просто-напросто, чтобы для начала было, где поставить вообще как бы кровать и вот такое все дело, да. Кстати, в следующей серии уже можно будет в шахту спуститься, провести в шахте хотя бы 1-2 серии, можно даже 3.
так как ресурсов вообще как бы нам очень много нужно будет. Давайте пока что поставим вот это тут, сделаем себе две печки. Вот так. Сделаем себе пару факелов. Так. О, кстати, я лук выбил и даже не заметил. И первым же делом поставим вот сюда и поставим жариться. Мяско. Мясо, да. Так. Сейчас, что мне нужно бы сделать? Дерева у меня не так уж и много, чтобы дверь поставить. Ну, дверь, конечно же, нужна. А то всякие нечистая сила ночью сюда заберется. Сейчас мы немножко себе деревца нарубим. Это дерево и так нужно будет снести. Так как оно тут не очень смотрится, и тяжело будет пробираться каждый раз сквозь него. Ну, не сквозь, а рядом с ним. Ни хрена себе оно большое. Во, наконец-то. Вот так. Ну, еще, в принципе, да, можно вот тут. И все, уже... А, нет. Или есть еще там... Ну, вот эту часть потом мы срубим. Не сейчас. Так. Двери, двери, двери. Конечно же, двери. А, в принципе, у меня и так хватало. Во, я... Ну, пофиг. Дерево и так нужно. Вот так. Вот так. Сейчас. Я думаю, где-то можно будет вот тут и шахту уже начать. Как бы шахта у нас будет в доме. Я просто пока прокопаю такой туннельчик вниз. А сейчас я придумаю, как это все будет. Так. Сейчас. Что-то мы придумаем. Где бы нам потом склад сделать? Вот это еще сейчас я придумаю. Склад, наверное, все-таки будет где-то вот тут. Тут такие небольшая лестница будет. Нет, все-таки да, нужно поднять, конечно же, на один блок выше. Я, наверное, вот сейчас подниму один блок выше, и, в принципе, без съемки я, наверное, прокопаю где-то вот тут, я начну копать шахту и прокопаю немножко вниз. Если найду там шахту, то, в принципе, как я говорил, в следующем эпизоде, ну, в следующей серии уже можно будет в шахте там побыть. Так. Только я вот сейчас... На, у меня уже почти что сломалось вот это. Кирка. Так что давайте сделаем еще две. Вот так вот. Вот, сломалось. И вот шахту где-то, в принципе, можно будет... Сейчас я что-то придумаю. Хрен его знает где. Или, в принципе, сейчас. Вот так. Тут такой небольшой. Фиг его знает. Да, вот, наверное, такой небольшой проход будет. Вот у меня какие-то звуки с микрофоном, как будто пердит что-то.
Я хрен понять могу. Я уже не знаю, что это такое, почему вот это такая херня. Честное слово, извините, дорогие друзья, я просто не могу понять, почему вот эта фигня происходит. Честное слово. Так что извините, меня, если честно, тоже вот эти звуки бесят, но я хрен пойми, как это убрать. Оно никак не убирается. Вот тут у нас такой вход. В шахту будет? Я так думаю. Давайте, короче, дорогие друзья, на этом закончим. В принципе, до следующего эпизода я тут разберу, что и как делать. В следующем эпизоде... О, саженец выпал. Ну, хотя, нафига нам саженец. Давайте в следующем эпизоде я как раз уже разберусь, что тут делать. До следующего эпизода. В следующем эпизоде... И до следующего эпизода я, конечно же, построю небольшой спуск в шахту. И в следующем эпизоде мы пойдем в шахту. Так что, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.